С 1 января 2015 года на всей территории России начала работу первая в мире национальная система экстренного реагирования при авариях «Эра-ГЛОНАСС». Основной задачей системы «Эра-ГЛОНАСС» является сокращение времени доставки информации о происшествии до экстренных оперативных служб, что позволит сохранить жизни и здоровье водителей и пассажиров на дорогах страны. В случае аварии бортовое устройство, установленное в автомобиле, автоматически производит экстренный вызов. Вызов можно совершить и в ручном режиме нажатием специальной кнопки. Точные координаты транспортного средства определяются по спутниковым сигналам и передаются в систему «Эра-ГЛОНАСС» вместе с информацией о времени и тяжести ДТП, а также ВИН-номером автомобиля. Система «Эра-ГЛОНАСС» позволит ежегодно спасать около 4000 человек за счет уменьшения времени реагирования. Время передачи информации об аварии составляет менее 10 секунд. Созданная система обеспечивает безопасность на автомобильном транспорте за счет использования информационных, навигационных и телекоммуникационных технологий. «Эра-ГЛОНАСС» использует модель виртуального оператора связи для наибольшей зоны радиопокрытия. Для надежной доставки экстренного вызова существуют резервные каналы передачи данных, СМС и опциональное подключение к спутниковой связи. Собственная и партнерская сеть станций для повышения точности и надежности в реальном времени обеспечит покрытие по всей стране. Требования по обязательному оснащению устройствами вызова экстренных оперативных служб при производстве транспортных средств определены в техническом регламенте Таможенного союза. В процесс сертификации вовлечены все мировые производители автомобилей для стран Евразийского экономического союза. Аналогичная система спасения ECALL готовится к запуску в Европе к 2018 году. Стандарты «Эра-ГЛОНАСС» и ECALL гармонизированы. Пострадавшим будет оказана помощь независимо от их местонахождения. Вскоре системы экстренного реагирования при авариях появятся в странах Евразийского экономического союза. Российский опыт построения системы экстренного вызова может быть использован в странах ЕАЭС и БРИКС. Потенциальные возможности созданной системы «Эра-ГЛОНАСС» гораздо шире. В июле 2015 года были внесены изменения в федеральный закон об «Эра-ГЛОНАСС», в соответствии с которыми инфраструктура системы может использоваться для оказания коммерческих услуг и должна применяться при создании государственных и иных навигационно-информационных систем. Использование уникальных преимуществ системы «Эра-ГЛОНАСС» поможет коммерческим компаниям повысить эффективность бизнеса и снизить операционные затраты. Онлайн-автомобили являются современным мировым трендом развития инновационных технологий. «Эра-ГЛОНАСС» — это единое установленное на конвейере устройство, которое обеспечит пользователям доступ ко всем необходимым услугам в транспортном средстве. С системой «Эра-ГЛОНАСС» автомобиль — это безопасность, комфорт, общение, информация, доступные каждому. Количество потенциальных сервисов на базе инфраструктуры «Эра-ГЛОНАСС» безгранично. Пользователи предъявляют все более высокие требования к функциональности автомобиля и ожидают единый удобный канал получения множества различных сервисов. Автопроизводители стремятся сделать свои автомобили умнее, комфортнее и надежнее. Сервис-провайдеры и страховые компании хотят получить быстрый доступ к потребителю для своих услуг. «Эра-ГЛОНАСС» свяжет в единую экосистему миллионы автовладельцев и тысячи разработчиков разнообразных сервисов и приложений. «Эра-ГЛОНАСС» сделает вашу дорогу безопаснее, комфортнее, интереснее.